Здравствуйте, сегодня хочу познакомить вас с еще одной парфюмерной водой из коллекции ароматов Генпровокатор Элегент. Данная парфюмерная вода на сегодняшний день уже снята с продаж, хочу сразу предупредить, поэтому достать ее затруднительно. Я эту воду приобрела, поскольку были очень многообещающие отзывы. Пользователи описывали ее как дымный, бальзамический аромат, это то, что я люблю. Я ожидала жесткой композиции, тем более, что отчасти можно сказать, что я стала и жертвой маркетинговой кампании, поскольку реклама меня привлекла в черно-белых тонах, такая инфернальная каменистая местность, женщина в черном за шахматной доской. Это все также наводило на мысль, что будет аромат грубоватый, с жестким звучанием. На деле это оказалось совершенно не так, и мне еще повезло, что в том интернет-магазине, где я обычно заказываю парфюмерию, остатки были уже распроданы, оставались большие объемы, но большой объем я побоялась приобретать, и купила другого поставщика, которому я доверяю, он частным занимается распространением парфюмерии. Он продал, у него был только тестер 50 мл, и он мне обошелся в два раза дешевле, чем полноформатный флакон в официальном интернет-магазине. Ну, композиция оригинальная, все в порядке. Вот в таком оформлении мне это все пришло. Я так понимаю, что коробочка, вероятно, это коробка от обычной туалетной воды, которая там осталась на складе у этого человека. Потому что я видела в таких коробках продается Генпровокатор, только она еще затянута пленкой. Ну, видно, что с деформацией коробка. А сам флакон надо лечь. Коробка с пенопластом. Сам флакон, поскольку тестер, идет еще и с колпачком вспомогательным. Когда я сняла колпачок, я первое, что услышала, ожидая услышать бальзам, я почувствовала очень странно знакомый мне запах и поняла, что пахнет французскими винтажами, такой характерной мускусной кислинкой, напоминающей скисшие продукты виноделия, и жасмином. Но жасмин в композиции использован сам бак, он не дает такого уж сильно индольного звучания, но такой теплый животный жасмин в этой композиции. Ну, мы помним, что Генпровокатор – это бренд, который вообще-то занимается производством белья, в том числе эротического, и ароматы также являются частью гардероба, которая направлена на обольщение. Поэтому и композиции такие у них теплые, обволакивающие. Это определение очень хорошо подходит данной парфюмерной воде. Ну, мы видим, у меня уже был фланкер Petal Noir. Видим, такая же ручная граната, тоже фиксатор. Если у черного лепестка был фиксатор с такой черной цепочкой, то здесь у нас очень-очень мягкая замша. И вот это, кстати, этот характер этой замши очень мягкой и нежной. Также отлично сочетается с той композицией, которая находится во флаконе. Покрашен такой жемчужный цвет градиентом от розового через сиренево-серый к практически черному, очень темно-серому, и характерный перламутровый блеск, очень красивый. Сопла с маленьким отверстием. Конечно, пузырьков здесь никаких увидеть не получится, но можно посмотреть на то, как распрыскивает флакон. Очень мощное у этой марки распыление, и фиксаторы очень жесткие. Мне уже пришлось немножечко помучиться с этим фиксатором. Надо сказать, что для такого спрея достаточно высокая посадка головки. Вот. И струя мощная, и объем струи такой впечатляющий. Когда же я произвела такое же действие, я уже тестировала эту композицию сегодня, в ней нахожусь целый день,
то первое, что я услышала, это сладость. Сладость винтажная. Оказалось, это и старый добрый ланг-иланг, действительно, который чаще всего встречается в винтажных композициях. И он еще и приправлен пряностями. Во-первых, это мексиканский розовый перец. Но он не острый, он дает ощущение пряности, причем я его даже не смогла определить как перец. Но мне мама пришла на выручку, она сразу почувствовала и сказала, что здесь перец композиции, угадала 100%. А также ангелика, артемизия, это такая полынь, и древесина палисандра. Древесины хотелось бы мне побольше, но пряности и горечь трав присутствуют, но тем не менее они только оттеняют сладость иланг-иланга. Затем постепенно раскрывается сердце композиции. Не могу сказать, что очень скоротечно, но тем не менее. Это тот самый сладкий, теплый животный жасмин, о котором я говорила. Майская роза. Жасмин, как я говорила, самбак без индольных нюансов. Герань бурбон, мексиканская тубероза и османтус. Я бы сказала, что больше всего я слышу туберозу. Слышу жасмин, как я уже говорила, роза идет фоном. Герань, по всей видимости, она для меня переплетается со стартовыми нотами полыни, и я не могу ее так идентифицировать в композиции. Османтус тоже не сильно яркий, но он своеобразен для этой марки Агенпровокатор. Он очень узнаваем, по крайней мере, когда я услышала звучание этой композиции, можно было сразу сказать, это кто-то из семейства агентов провокаторов, и тоже родство с черным лепестком прослеживалось. Ну и с оригинальной композиции тоже. Я не все знаю парфюмерные воды, не все провокаторы, но, по крайней мере, те, с которыми я знакома, это оригинальный агент провокатор, Элегент и Петаль Нуар. У них у всех есть много общего. Ну, с черным лепестком, например, хранит иланг-иланг, османтус, роза и мускус ампропачули лабданум в базе. Ну, в базе, как я уже сказала, мускус, причем мускус такой не порошковый, а именно тот мускус, который характерен для винтажей, такой животно-кисловатый мускус. Сладкая амбра, пачули, конечно же, благовонные. Ладан, лабданум, мира и бобы тонко. Бобы тонко в виде карамельного запаха. Они принимают эстафету у иланг-иланга. Ладан, лабданум и мира дают красивую базу. Но эту базу я слышу только спустя много часов. Например, с вечера я нанесла на сгиб локтя эту композицию. И мне приходилось слушать вот этот сладкий, такой помадно-сладкий сливочный аромат. Мне даже казалось, что здесь есть корень ириса, поскольку вот такой вот он сливочно-мягко обволакивающий эту сладость. И плюс пряность. И только когда я утром проснулась уже, я почувствовала хорошо этот запах базы. Действительно, благовоние, пачули. Ну, Петаль Нуар в этом отношении мне больше понравился, поскольку там еще и кожа есть, и он жестче по звучанию. Но обе композиции звучат в стиле неоретро, я бы сказала. Что-то в них есть такое вот от старины, от какой-то классической Франции, хотя это британская марка. Ну, также маркетинг нам говорит о том, что еще какие-то секретные феромоны добавлены в композицию. Я бы не сильно в это верила. Конечно же, это сложная композиция с интересным раскрытием. Но если говорить в аспекте обольщения, для которого этот аромат предназначен, то придется мужчине заснуть с одним ароматом, проснуться совершенно с другим рядом, потому что меняется кардинально звучание от сладкого такого. Немножечко есть медицинский еще оттенок, как будто это какая-то сладкая микстура, какое-то зелье приворотное сладкое. А в среднем раскрытии мне этот аромат, мне кажется, он пахнет гламуром. Вот такая ассоциация, как будто какие-то
за какое-то закулисье, помады, пудры, все это дорогое, французское, брендовое, лакированная обувь, глянцевые страницы журналов. Вот в основном раскрытие, мне кажется, звучит чем-то таким шикарным, гламурным. Ну, а база это, да, это очень красивые, такие таинственные, загадочные смолы. То, что мне нравится в агентах-провокаторах, это их база. Стойкость композиции неплохая. В пределах 12 часов, я бы сказала, где-то плюс-минус. Но сейчас у нас очень жарко, сухо, жарко. И я думала, что этот аромат будет очень громким, удушающим. Но нет, напротив, шлейф невысокий от него. Другие ароматы его перекрывают. Никого он не задушил, насколько я могла заметить по сегодняшнему дню. И, в общем-то, на солнце, видимо, он испаряется достаточно сильно, потому что, когда я вернулась домой после нескольких часов, проведенных вне дома на улице, то мне захотелось его обновить, потому что запах был, но он был очень близко к коже, такой интимный. Это, наверное, плюс, поскольку композиция своеобразная, и эти ноты, и благовония, и ланг-иланг, они могут доставлять серьезный дискомфорт и женщине, и ее окружению. Поэтому, наверное, надо сказать спасибо за разработку именно такой громкости звучания аромата. Кстати, парфюмер – это Кристиан Провенцано. Была информация, также мне попадалось, что некто Ази Глассер разработал эту композицию, но о нем я информацию не нашла, поэтому будем считать, что все-таки Кристиан Провенцано, он, по крайней мере, известный парфюмер. Он создал и оригинальный агент-провокатор, и многие другие фланкеры для этого бренда. Также он работает очень активно с брендами Саудовской Аравии. Амада – это нишевый бренд. У него есть собственный бренд Кристиан Провенцано, также нишевый, также расположен основные мощности в Саудовской Аравии. Для британской ниши BDC Victorious он создавал ароматы. Создал композицию Pearl Oud для Bekilian. Ну и также сотрудничал с известными такими статусными брендами Jo Malone, Ben Halligan. Серджо Неро создал аромат из его свадебной серии для духи для подружки-невесты. Вот такой интересный парфюмер, в основном по нише. И надо сказать, что вот что мне нравится в агенте провокатор, хотя это считается и люкс, но звучание у него настолько своеобразное, сильно провокационное, что можно отнести его к тем композициям, которые занимают статус, такое положение именно по звучанию между люксом и нишей. Хотя, конечно, мы уже говорили в одном из видео, которое посвящено нише, что нишевые парфюмы – это все-таки парфюмы, которые не нуждаются в рекламе. Но, конечно же, агент-провокатор рекламирует свои композиции, рекламирует свое белье вместе с этими композициями. Потому с точки зрения маркетинга это люкс. А с точки зрения звучания, я бы сказала, что похож на нишу. Ну, и хотя мне композиция показалась несколько своеобразной, это не то, что я люблю, но она интересная, безусловно. Если кто-то любит такие провокационные, необычные композиции и не пугает его сладость бальзамическая, смолы здесь сладкие, дым здесь мягкий, кальянный. Вообще ощущение у меня от этой композиции, как от мягкой воды, вот, которой приятно прикасаться, но дискомфортно ее пить. А вот кто интересуется такими композициями, то, конечно, надо поспешить запастись, но лучше начать с предварительного тестирования, потому что уже очень своеобразный аромат, интересное раскрытие. Ну, не знаю, буду ли я еще знакомиться с водами этого бренда. Надеюсь, что да, потому что они, безусловно, интересны и достойны самого пристального внимания.